дебют альбома Stonehand, посвященный Rainbow, Black Sabbath и Deep Purple. Это отдельная история. Вот если у меня спрашивают какие-то вопросы, задают о том, вот, что бы ты вот, жалеешь о чем-то, что в группе произошло. Первым делом я всегда жалею то, что кавер-версии, трибьют-альбомы, кавер-версии великих групп я записывал под брендом Stonehand. Это был, ну, неправильный ход, это была ошибка, на мой взгляд. Вот спустя годы я могу сказать, то есть... В плане раскрутки коллектива в определенном смысле да. Но когда люди тебя начинают ассоциировать исключительно с каверами, это, ну, раздражает на самом деле. Я не на 100% такой прям каверщик, да. То есть у меня были периоды в жизни, когда я играл каверы, и это было много, так скажем, по времени я учился, и потом это уже в какой-то маразм переходил, что мы вот играем программу, потом кто-то в зале кричит «давай Smoke on the Water», и, в общем, я понимать стал, что, в общем, я живу жизнью чужих людей, и творить стал абсолютно в другом вообще ключе. Я бы переписал трибьют Rainbow с удовольствием, но уже со своим вокалом, и сделал бы это под другим брендом, потому что под брендом Stonehand каверов больше не будет. Это для меня закрытая вообще тема, и Stonehand — это группа людей, которая пишет свою музыку, работает на сцене со своей музыкой, но никак не кавер-команда. Мы можем сыграть на бис один кавер, то есть полноценные кавер-программы, даже там 3-4 кавера в сет-листе у нас нет очень давно, поэтому люди как бы, ау, у нас все с своими песнями хорошо. Это к тем обращаюсь, кто, в общем-то, до сих пор понял, что мы не кавер-группа. Трибьют Black Sabbath записывал я сам. Это была такая целенаправленная работа, потому что у меня было всегда три любимые группы. Это Deep Purple, Rainbow и Black Sabbath. И это была детская мечта на самом деле. И как вот выдалось время... Это был начало 2018 года, и я понял, что, в общем, альбом-то у нас есть, как бы концертов пока там в какой-то перспективе особо нет, и было время записать, и этот альбом я его записал чуть меньше, чем за месяц, насколько я помню. Вот. Это была сознательная работа, это была дань уважения. То есть многие спрашивают, зачем ты записываешь эти каверы, как бы зачем они тебе нужны, то есть для чего ты это делаешь. Ну, во-первых, это банально детская мечта. То есть записать те песни, которые ты с детства слушал. Вот. И я вот эту подборку саббатовскую с периода Ози сделал именно те вещи, не все, но в основном, которые я любил с детства. Это песни, которые я пел всегда так про себя, да, то есть не на профессиональном уровне. А здесь я решил как бы сделать такой реверанс в сторону Оззи Осборна и сделать вот эту ретроспективу 70-75. То есть до 75-го года мы сделали каверы, вот практически со всех альбомов, до Саботажа включительно. Народу очень понравилась эта тема трибьютов, и как бы в голове сидела мысль, ну а что же тогда, если есть трибьют Rainbow, трибьют Black Sabbath, осталось теперь трибьют Deep Purple сделать. Ну, у меня изначально была такая мысль, но опять же руки не доходили это все сделать. Вот. И люди стали просить, давай еще трибьют Deep Purple. Вот. А когда вышел трибьют Deep Purple, все начали просить, давай трибьют Led Zeppelin, но на этом стоп. Я под это не подписывался. Я большой поклонник Led Zeppelin, но трибьют на Led Zeppelin делать я не буду, потому что я, ну так скажем, не совсем в гитарном плане знаю эту группу, хотя очень уважаю Джимми Пейджа и Джона Бонома и Роберта Планта и Джона Пола Джонса, но подходить к записи трибьюта Led Zeppelin я не буду. Потому что эта группа для меня сложная в понимании трибьюта. То есть это надо осознать вообще всю силу Led Zeppelin. А это действительно такая команда с подковыркой, если можно так сказать. Хотя и они, и другие, Led Zeppelin, и Deep Purple, Black Sabbath, Rainbow, они все сложные команды. You can run through fire, make me love, bring love.
подошел к записи трибьюта Deep Purple, у меня уже было представление, что вот я начну эту запись где-то с начала весны 2019 года, и где-то к концу лета я уже сделаю полностью микс, то есть будет у меня альбом готов. Вот. И как бы я преследовал последовательно, наступательно вот эти вот студийные сессии. То есть я как бы разграничил все, и первые песни, которые я написал, записал для этого альбома, это была песня Speed King. Deep Purple я начал записывать где-то весной, уже такой, так скажем, более поздний, наверное, май 2019 года, с четким пониманием, что я хочу спеть период, опять же, Гиллан, Ковердейл, то есть сделать такой микс, даже какие-то песни Томми Болина. Если, к примеру, все песни я четко решил, что буду петь сам, то Smoke and Water я решил пригласить, насколько я смог это сделать, наших знаменитых рок-музыкантов, то есть для кого-то культовых рок-музыкантов. И один из первых, кто согласился спеть в этом трибьюте, насколько я помню, это был Андрей Лефлер. Потом я попросил спеть, опять же, это все Smoke and Water, попросил спеть Петю Елфимова, он тоже согласился. На этом была такая пауза небольшая. Затем Джина Розустил согласился принять участие в песне. И, собственно говоря, мы набрали тот набор, подбор вокалистов, которые спели в этой песне. Вот. А потом я решил сделать такую идею, почему бы музыкантов арии не пригласить. То есть, ну, это было бы очень круто. И, насколько я знаю, арийцы, они любят пепл. И как бы такое предложение, ну, я не знаю, сыграть Smoke and Water. Вот. Хотя я и не ожидал, как бы, честно скажу, я не думал, что согласятся они. Первый, кого я пригласил для записи, это был Виталий Дубинин. Причем, на мое удивление, человек сразу согласился. И большое ему спасибо за это. Он как бы очень так, ну, быстро откликнулся, сказал, в общем, пока у него времени нет, но позже, как бы, если будет время, он запишет. Вот. И вторым музыкантом был Владимир Холстинин. Я приехал на один из концертов арии в Серпухов, мы с ним поговорили. Он говорит: да, хорошо, я сыграю, как бы, без проблем. Вот. И, наверное, уже где-то в июле месяце, насколько я помню, 2019 года, у меня был готов практически весь альбом, и уже как бы Smoke and Water, она была последняя песня, которую я готовил. Вот, вроде бы самая простая, но, как оказалось, чтобы собрать всех музыкантов, самое сложное. They've
Сначала мне прислал гитарной партии, бас-гитарной партии Виталий Дубинин, который, кстати, сыграл на своем Рикенбекере эту песню. Он решил это сделать аутентично. И когда я послушал партии, да, я понял, что человек просто вот практически в копейку снял, то есть там на 98%. То есть, и все это звучало очень здорово, за что ему большое спасибо. Это реально круто, с таким саундом аутентичным сыграть на Рикенбекере, который использовал Роджер Гловер. Александра Габунова я знаю достаточно давно, мы познакомились с ним на одном из наших концертов в городе Воронеж. Он рассказал мне, что он большой поклонник группы Deep Purple и Ричи Блэкмора в частности. Ну, так поговорили вроде, все, да, что-то обсудили, вспомнили. А через достаточно долгое время, наверное, года два назад, он пригласил меня поучаствовать в трибьюте группе Deep Purple. И я обычно неохотно соглашаюсь на такие вещи, но... Во-первых, группа любимая, а во-вторых, песня «Smoke on the Water» отказать не смог. В общем, я там проучаствовал, спасибо ему за это большое. Мне очень понравилось, что получилось на выходе. А недавно узнал, что группе «Stonehand» его уже 15 лет. С чем я их поздравляю и желаю дальнейших творческих успехов, новых побед, новых интересных песен. Всего самого доброго. Rock'n'Roll forever. Соответственно, все вокалисты вот так вот в разнобой спели, и мне пришлось как бы все это компилировать. И в конце, наверное, в самом конце, одну из гитарных партий сыграл итальянский гитарист Маттео Филиппини из группы Moonstone Project. То есть у нас получился такой реально интернациональный проект, что вот говорит о том, что вот это рок-братство, которое воспитано на классике рока, оно, в общем, имеет такой хороший кулак. То есть мы можем собраться и записать там трек на суд наших слушателей, то есть порадовать наших поклонников и поклонников тяжелого рока, западного рока.